Я давно ищу с тобой встречи. Мало кто может противостоять Оракулу. Что же в тебе особенного? Хрома. В тебе есть хрома. Это все объясняет. Как же ты заполучил такую силу? Неважно. Важно то, что тебе пришло время умереть. Хрома? Что это значит? Сила, создавшая Вселенную, начало всех начал. Тех, кто ей обладает, она наделяет невероятными способностями. Это нечто вроде сна, да? Ты сейчас не рядом со мной, так? Реальность. Понятие, которое ничего не значит там, откуда я пришел. На самом деле мы не здесь. И все же ты умрешь здесь. Поверь, этот мир такой же реальный, как и твой. Хватит разговоров. Меня ждут другие дела. Мы встретимся снова. В другом мире. Кибентин на квентаунех. Слушай внимательно, Лукас. Те, кто стоит за Оракулом, ищут маленькую девочку, кристально чистую душу, которая еще не воплощалась в человеке. Ее появление было предсказано в древнейшем за всю историю человечества пророчестве. Это девочка из твоих видений. Найди ее раньше Оракула и спрячь в безопасном месте. Поторопись, времени мало, они уже вышли на твой след.